Ребят, Макса убили. Фотографии, которые появились в сети, они не оставляют ни малейших сомнений. Это гнусная, бесчеловечная расправа. И мне плевать. Убили ли его намеренно и потом пытались вот так криво сымитировать самоубийство. Или его просто запытали, а потом якобы сунули петлю и порезали вены. Можно по-разному относиться к Марцинкевичу. Не соглашаться с его политическими воззрениями, методами борьбы, но бесспорно человек, который положил жизнь последние 10 лет свободы за наших с вами детей. Чтобы самое мерзкое, самое гнусное, что сегодня есть, это наркотики и педофилия, не обрывали и не калечили наших самых близких людей. И я призываю всех правозащитников, прокуроров, следователей, сотрудников СИН, найдите этих тварей. Я обращаюсь к ворам. Установите, кто это был. Накажите по справедливости. Это группа лиц. Это осознанное, спланированное преступление, спланированное убийство, спланированная расправа, демонстративная. Это человек, который сделал все, чтобы наши дети чувствовали себя в безопасности. Ни один наркоконтроль, ни одни менты не сделали столько, сколько сделал Максим Марцинкевич. И если мы с вами, каждый из нас, кто может повлиять на ситуацию, не сделает все, что от него возможно, чтобы найти и наказать эту мразь, которая казнила Макса, не предпринят все действия, что от них зависит, то чего мы тогда стоим? И если мы это с вами не сделаем, то ради чего тогда мы с вами живем? И здесь нам тут какие-то письма цитируют, что якобы вот он был склонен к суициду. Да ни хрена подобного. Это человек, который прошел 10 лет крыток, 10 лет пресс-хат, не сдался, не сломался, отрицал все наветы, и которому оставалось несколько месяцев до свободы, вдруг якобы наложил на себя руки. Вы кого хотите насмешить? Все, кто сможет повлиять на ситуацию, все, кто знает, кто это, и может это установить, давайте воздадим сполна каждому из них. Пусть эта мразь будет привлечена к ответственности. Пусть она мучается в тюрьмах, на зонах, но пусть она обретет справедливое возмездие, жестокое и беспощадное.